Министерство промышленности региона, по мнению прокуратуры, незаконно лишило субсидирования 230 областных маршрутов. Теперь не нужно выделять на них деньги из бюджета, но это также означает, что перевозчики смогут повышать стоимость проезда так, как им захочется. И это не единственное нарушение, которое выявила прокуратура Омской области. Так, чиновники выдали 50 маршрутных карт предпринимателям, у которых даже не было договоров на организацию перевозок. То есть фактически они работали нелегально. Кроме того, министерство снизило требования к экологическому классу транспортных средств до нуля. Как считает прокуратура, это было сделано в интересах конкретных бизнесменов, чтобы они не тратились на обновление автопарка. В телефонном разговоре с нашим корреспондентом министр промышленности Омской области Виктор Белов пообещал в кратчайшие сроки разобраться в ситуации. Министерство работает по тем правилам, которые задаются в области заксобранием, то есть в рамках бюджета. Мы не можем просто так взять и что-то отменить или что-то там убавить. Только в рамках тех возможностей, которые министерству предоставлены. Мне сейчас трудно что-то сказать, потому что я ни документы не видел. Я сам эту новость услышал. Только прилетел, если завтра приеду, разберусь.